Мы отомстим за жителей Барды. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поделился в Твиттер публикацией в связи с ракетным обстрелом Барды. Как передает канал 13, в публикации говорится: «Выражаю соболезнования семьям погибших в результате ракетного нападения на Барду со стороны вооруженных сил Армении. Желаю раненым исцеления. Мы отомстим за жителей Барды, и на поле боя оккупантам будет дан достойный ответ».